Это окончательный этап, можно сказать, заключительный этап строительства вантового моста, монтаж вантовой системы фирмы USL. Это очень сложный процесс. После каждого натяжения идет очень много расчетов для натяжения следующей пары вант. То есть все зависит, будет учитываться и температура окружающей среды, то есть время, то есть натяжки вант. Всего на каждом пилоне у нас по 14 пар вант. 56 вант, 28 пар. Длина от 62 метров до 162. My person, because I'm coming from Switzerland, living almost in the same area, so for me it's very nice to... Я сам в Швейцарии, и это место очень мне напоминает мою родину. Я работал в Иркутске, в Самаре, в Санкт-Петербурге, и в Астане, и в других проектах. В то же время этот проект для нас считается очень большим проектом, и было бы обидно, если бы мы потеряли бы принять участие именно в этом большом проекте, где очень много компаний принимает участие. Предусмотрены шок-трансмиттеры, то есть антисейсмические оборудования. Будут вешаться специальные датчики на ванты, которые будут гасить колебания моста. По календарному графику полностью на весь комплекс работ 2 месяца. Сейчас будет идти параллельно демонтаж с ВСУ, то есть вспомогательных устройств. Обустройство моста, покраска, укладка асфальта.